Разнос управляющим компаниям от главы города. Ледышки падают с крыши почти на головы прохожим. Владимир Чернов лично убедился. Рассказал об этом на аппаратном совещании. Потребовал от управляющих компаний следить за сигнальными лентами. А вот междуреченцев напрягает ситуация со снегом. По данным ЕДДС, в работе остаются больше десятка кровель. И работа там затянулась, жалуются жители дома по Комсомола 63. В июнь поступило анонимное сообщение. Речь идет о доме по проспекту 50-летия Комсомола 63. По словам мужчины, так сбрасывают снег каждый год. Узкая крыша. Здесь не каждый хочет идти, потому что здесь фактически они с того края перекидывают сюда. Угу. Это двойная перекидка идет снега. Ну, как девчата говорят, всегда этот дом чистится примерно около месяца. Сколько людей это тут? Как рассказал мужчина, снег сбрасывают в час по чайной ложке. В итоге двор завален не один день. К слову, работы ведут не быстро, зато по правилам. Есть оградительная лента и наблюдатель. Ну, не знаю, ну как долго, вот как начинает и кончает. Ну, для меня все нормально, хорошо запрашивает. Знаете, вообще-то вот скидывают как положено. Когда начинается много снега, сразу же откидывают. И как бы и сосульки сбивают вовремя. Не было такого, чтобы вот в этом году не было. В нашу сторону быстро очистили. В УК-техник рассказали, согласно графику, кровлю на 50 лет Комсомола 63 очистят от снега к 12 марта. По возникшим вопросам недовольных междуреченцев просят обращаться к руководству управляющей компании. Ксения Колбина, Андрей Блохин, новости «Мой Междуреченск».